Итак, сегодня мы будем продолжать изучать Tātad šodien mēs turpināsim важные принципы веры. Izpētīt svarīgus ticības principus. Ситуацию. Ситуация. В стране изменит только церковь. Ситуацию valstī izmainīs tikai draudz. Ситуацию в стране изменит только церковь. Ситуацию valstī izmainīs tikai draudz. Церковь, которая полна мудрости от Бога. Draudze, kur ir pilna gudrības no Dieva. Церковь, которая полна помазания. Kur ir pilna ar svaidījumu. Церковь, которую созидает Бог. Draudze, kuru ceļ Dievs. Бог создал церковь новое поколение в Латвии. Dievs radī draudzi jaunā paudze Latvijā. Jo ne vidumali ļudi. To nav izdomājuši cilvēki. Эту церковь не придумали люди. Šo draudzi nav izdomājuši cilvēki. Эту церковь не придумали люди. Šo draudzi nav izdomājuši cilvēki. Эту церковь создал Бог. To ir radījis Dievs. Это есть сверхъестественное творение Божье. Tā ir pārdabiska Dieva, tas ir pārdabisks Dieva radījums. И Бог создал эту церковь Un Dievs ir radījis šo draudzi. Для определенной важной цели. Noteiktam mērķim. Если ты сегодня находишься в церкви Божьей, ты должен знать об этом. Ja tu šodien atrodies šeit, должен говорить об этом. Ты должен войти в программы Божьи. Un jāieiet Dieva programmā. Должен принять самое активное участие. Un jāpieņem visaktīvākā. Чтобы не остаться за бортом этой церкви. Lai nepaliktu aiz Потому что каждый член церкви. Jo katrs draudzes locekļs. Это есть активный реформатор. Tas ir aktīvs reformātors. Tu должен знать, что новое поколение. Tev jāzina, ka jaunā paudze. Это есть церковь, которая совершает реформацию на земле Латвии. Tā ir draudze, kura veic reformāciju Latvijas zemē. Реформация это серьёзное и радикальное преобразование. Реформация tās ir radikālas pārmaiņas. Бог даёт это радикальное помазание. Un Dievs dod šo radikālo svētību. Для того, чтобы Латвия увидела доброе и новое время. Lai Latvija ieraudzītu jaunus un skaistus laikus. Un katrs no mums. Должен быть не зрителем. Mums ir jābūt nevis skatītājiem, nevis ceļabiedriem. Он должен стать действительно частью великого и божественного плана спасения. Bet jākļūst par lielā un varenā glābšanas plāna daļu. Ты должен пропитаться откровениями нового поколения. Tev ir jābūt piepildītam ar jaunās paudzes atklāsmēm. Помазанием нового поколения. Ar jaunās paudzes svaidījumu. Ты должен пропитаться этим помазанием реформации. Ar šo reformācijas svaidījumu. Да. Может быть, ты скажешь сегодня, мы отличаемся чем-то от других. Varbūt tu šodien teiksi, jā, mēs atšķiramies ar kaut ko no citiem. Благодари Бога, что ты отличаешься от других. Pateicies Dievam, ka tu atšķiries. Благодари Бога, что ты не такой, как и все. Pateicies Dievam, ka tu neesi tāds, kā visi. Это привилегия. Jo tā ir privilēģija. Būt не таким, как все. Būt ne tādam, kā citi. Потому что Бог всегда творит уникальные вещи. Jo Dievs vienmēr dara unikālas lietas, neatkārtojamas. И Господь сотворил. И он говорит, я творю все новое. Un tas kungs radīja un teica, es daru visu jaunu. Итак, в церкви ты должен учиться. Un tātad, draudzē, tev ir jāmācās. Христос никогда не рассматривал церковь как общество. Kristus nekad neuzlūkoja draudzi kā sabiedrību. Больных, слепых, калек, инвалидов и обездоленных, нищих. Kā slimu, nabadzīgu un invalīdu sabiedrību. Церковь Господь рассматривал себя как серьезную школу. Draudzi kungs vienmēr uzlūkojas kā nopietnu skolu, kā institūtu. И он каждого последователя называет учеником. Un viņš katru sekotāju sauc par mācekli. Он говорит, ты должен идти за мной и быть учеником моим. Он говорит, что тебе ir jāsako man, un jābūt par manu mācekli. Рассматривает церковь как серьезное учебное заведение. Dievs uzlūko draudzi kā nopietnu mācību iestādi. В которой каждый верующий должен учиться. Kurā katram ticīgajam ir jāmācās. Учиться духовным принципам. Jāmācās garīgie principi. Вы знаете, что вера – это очень серьезная наука. Ticība – tā ir ļoti nopietna zinātne. Это больше, чем традиции, обряды, ритуалы и привычные традиционные конфессии. Tas ir vairāk kā tradīcijas, rituāli un parastas konfesijas. Vera. Ticība. Это есть духовный авторитет. Tā ir garīga autoritāte. И поэтому каждое служение. Un tādēļ katrs dievkalpojums. Это есть учёба. Tā ir mācība. Это есть уроки. Tās ir mācības stundas. Когда Иисус как учитель. Kad Kristus kā mācītājs. Учит своих учеников. Māca savus mācekļus. Итак, что делают ученики? Un tātad, ko dara mācekļi? Учатся. Viņi mācās. Что делает учитель? Ko dara skolotājs? Учит. Māca. Что делает церковь? Ko dara draudze? Возрастает вере. Pieaug ticībā. Познайте истину. Iepazīstiet patiesību. И истина сделает вас свободными. Un patiesība darīs jūs brīvus. Для меня всегда большой радостью. Man vienmēr bijis liels prieks. Является тот факт. Par šo faktu. Что достаточно может быть 2-3 месяцев. Ka pietiek 2-3 mēneši. Чтобы люди, пришедшие в церковь, Lai cilvēki, kas ir atnākuši могли draudz, уже на вкус почувствовать веру. Varētu jau izgaršot ticību. Уже на вкус почувствовать победу. Viņi spētu jau izgaršot uzvaru. Испытать Бога в своей вере.
Pārbaudīt Dievu savā ticībā. Idi za tiem reāliem Bogam. Un sekot tam reāliem Dievam. Который сотрудничает с тобой. Kurš sadarbojas ar tevi. Amen. Amen. Это не просто десятками лет ходить в церковь и оставаться таким же. Tas nenozīmē desmitiem gadu iet uz draudzi un palikt tādam, kāds tu esi. Это нечто иное. Tas ir kaut kas cits. Чем ходить в церковь, может быть, 20 лет. Nekā iet uz draudzi 20 gadus. И не переживать в жизни никаких перемен. Un nepārdzīvot nekādas pārmaiņas savā dzīvē. И когда тебя спросишь, а чему тебя научили в твоей церкви? Ко тебе ремадзиш тава драудзе? Очень многие люди не знают. Люди даут цилак не зин. Кто говорит, я католик? Ведь всякая система католик. Слушай, а чему тебя научила католическая церковь? Ведь ко тебе ремадзиш католик? Кто-то заявляет, а я лютеранин. Кат всякая система лютеран. Слушай, а чему тебя научила лютеранская? Ведь ко тебе ремадзиш лютеран. Я православный. Слушай, а чему тебя научила твоя? Ведь ко тебе тури ремадзиш. Как важно, чтобы твоя церковь чему-то научила тебя. Цик сварига ле тава драудзе. Иемать тебе кого-то кам. И когда Христос уходил с этой земли, он как Христос изгоняющий. Он сказал: уверовавших в меня. Мечтает тем, кто стит ман. Будут сопровождать знамения. Тем лиди сако ши зим. Продукт обучения. Да, этот мать результатом обучения. Еб обмати без результат. Является фактический духовный опыт. Ир фактиска горига. Который заключается в том, кура, что люди будут говорить на новых языках. Apliecina, ka cilvēki runā jaunās valodās. Люди будут изгонять бесов именем моим. Cilvēki izdzen jaunās Люди будут возлагать руки на больных. Viņi uzliek rokas neveseliem. Люди будут проповедовать Евангелие. Viņi sludinās Evangeliju. И слепые будут прозревать. Un aklie kļūs Grēšnieki būs spasāts. Grēcinieki glābsies. Nīšie būs blagavēstovat. Nabagi Жизнь людей будет меняться. Un cilvēku dzīve mainīsies. Господь сотворил церковь. Jo tas kungs ir radījis draudzi. Церковь изменила жизнь земли, страны. Народа, нации. Lai draudze izmainītu personības. Только обученная церковь. Церковь обученная. Tikai apmācīta Духом Святым. Ar svēto garu. Знающая принципы Божьи. Draudze, kura zina Dieva principus. Владеющая верой. Kurai ir ticība. Изменит эту жизнь. Šī draudze izmainīs šo dzīvi. Amen. Если бы тебя сегодня спросили, чему тебя научила твоя церковь. Un, ja tev šodien paprasīs, ko tev ir iemācījusi tava draudze? Я думаю, что ты бы сказал, моя церковь научила меня изгонять бесов. Es domāju, ka tu teiksi, mana draudze ir iemācījusi man izdzīt jaunos garus. Моя церковь научила меня быть богатым. Mana draudze ir iemācījusi man kļūt bagātam. Моя церковь научила меня разрушать проклятие нищеты. Viņa man ir iemācījusi... И у меня сегодня все есть. Viņa man ir iemācījusi sagraut nabadzību, un šodien man viss ir. Можешь ли ты это сказать? Аминь. Аминь. Если бы тебя спросили, чему тебя еще научила твоя церковь? Я тебя просил, кого вел тебе ремацию, твоя драуца? Моя церковь научила меня прощать обидчиков моих. Моя драуца, моя ремацию, спидуют моим бардерам. У меня нет врагов. Man nav ienaidnieku. Потому что я всех прощаю. Jo es visiem piedodu. Я всех благословляю. Es visu svētīju. И они все приходят ко мне и говорят, я подлец. Un saka, es esmu neliec. Я неправильно поступаю. Es esmu nepareizi rīkojies. Меня церковь научила победе. Мои друзья во всех ситуациях. Как важно, чтобы твоя церковь тебя чему-то научила. Cik svarīgi, lai tava draudze vienmēr kaut ko iemācītu tev. Не просто красить яйца. Ne vienkārši krāsot olas. А изгонять бесов. Bet izdzīt ļaunos garus. И менять жизнь свою и ближнего своего. Un pārveidot savu un savu tuvāko dzīvi. Amen. Amen. Ура, баща, кандалия. Итак, мы сегодня продолжаем обучение. Tātad mēs šodien turpinam apmācību. Мы продолжаем сегодня наше обучение. Mēs turpinam mūsu apmācību. Если бы еще один вопрос задали, а чему еще тебя научила ja mēs uzdod... твоя церковь? Vēl vienu jautājumu, kam vēl ir iemācījusi tava draudze? Ko viņa tev vēl ir iemācījusi? Чтобы ты мог сказать, меня научила моя церковь спасать душу свою. Lai tu varētu teikt, mana draudze man ir iemācījusi glābt savu dvēseli. А ты бы сказал, как это? Tu varbūt teiksi, Neužели человек может душу свою спасать? Tiešām cilvēku var izglābt savu dvēseli? Да. Jā. Если ты этого не поймешь, ja tu to nesapratīsi, твоя душа погибнет. Tava dvēsele aizies bojā. Amen. Amen. Сегодня мы будем изучать еще один урок, šodien mēs mācīsimies vēl vienu, чтобы дьявол нас не обманул, lai sātans mūs neapmanīt, чтобы нам не погрязнуть в трясине религиозной мистики. Lai mēs neiegrimtu reliģiskajā И мы должны знать, что спасение ka glābšanās, это есть процесс, Tas ir process, в котором в равной степени vienlīdz,
участвуют и Бог, и человек. Gan Dievs, gan cilvēks. Спасение Glābšanās, как процесс, kā process, в котором в равной степени kurā vienlīdzīgi участвуют как Бог, piedalās, kā Dievs, так и человек. Tā arī cilvēks. Может быть, ты этого не знал. Может быть, ты об этом догадывался. Может быть, ты про то только нойот. Может быть, ты этого не хочешь знать. Может быть, ты то не мез не греби знать. Но Господь желает учить нас. Bet tas kungs grib в этот вечер. Чай вакара. Чтобы мы не впали в какую-то крайность или обочину. Неекристу када галейба. Сегодня этот вопрос актуальный. Шодин чисти отаемс ир актуалс. И Бог дает тебе этот урок. Откроем три места Священного Писания. Отверсим три света но святым братьям. 1 Тита 3:5. 1 Тимофея 4:16 и Бытие 19:17. Титам 3:5. Что же записано Титу 3:5? Здесь говорится о спасении. Шет ет руна пар глабшен. Тита 3:5. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, bet kad atsvīdēja Dievu, mūsu glābēja laipnība un mīlestības cilvēkiem, Он спас нас. Viņš mūs izglāba. Не по делам праведности, nevis taisnības darbu dēļ, которую бы мы сотворили, ko mēs būtu darījuši, а по своей милости, bet pēc savas žēlsirdības, баню возрождения и обновления Святым Духом, ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā garā. Подчеркиваю мысль, Он спас нас. Atkārtoju, viņš mūs izglāba. Бог спас нас. Dievs mūs izglāba. Второе место, 1 Тимофея. Nākošā vieta, 1 Тимофея. 1 Тимофея 4:16. Вникай в себя и в учение. Esi nomodā par sevi pašu. Занимайся с ним постоянно. Un turies pie tā. Ибо так поступая, jo tā darīdams, и себя спасешь, tu izglābsi pat sevi, и слушающих тебя, и tos, kas klausās tevi. И Бытие 19:17. Un 1 Mozus 19:17. Бытие 19:17. Когда же вывели их вон, un notikās, ka tie viņu bija izveduši ārā, то один из них сказал, ka tie teica, спасай душу свою, izglāb savu дзīvību, и не оглядывайся назад, neskaties atpakaļ, и нигде не останавливайся в окрестности, un nepaliec visā šī apgabalā, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть, glābies kalnos, lai tu netiktu iznīcināts. Три места, trīs rakstu vietas, которые говорят нам о спасении, kuras mums stāst par glābšanos. Первые два места, pirmās divas vietas. При поверхностном анализе, pie paviršas analīzes, ставят нас в определенное противоречие. Mūs nostāda zināmā pretrunā. О чем идет речь? Par ko iet runa? Речь идет о спасении. Runa iet par glābšanos. И Павел к Титу говорит, он спас нас. Un Pāvils Titam saka, viņš mūs ir izglābis. Это одно из сотен мест. Tā ir viena no simtiem vietu. Одно из сотен мест. Viena no simtām vietu. Которые говорят о спасении. Kura runā par glābšanu. Господь спас нас. Tas kungs ir mūs izglābis. Я бы хотел спросить, кто имеет уверенность в спасении? Es gribētu paprasīt, kuram ir pārliecība par glābšanos. Halleluja. Это прекрасно, что мы все абсолютно уверены в своем спасении. Tas ir brīnišķīgi, kad mēs esam absolūti pārliecināti par savu glābšanos. Воистину мы благодарим Бога за спасение. Mēs pateicamies Dievam par glābšanu. Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Raksts saka, katrs, kurš piesauks tā kunga vārdu, izglābsies. Мы призвали имя Господне. Mēs piesaucām. Мы спаслись. Un mēs izglābāmies. Кто призовет, тот спасется. Kurš piesauks, tas izglābsies. Кто будет веровать, kurš ticēs, спасен будет. Tas izglābsies. Кто не будет веровать, kurš neticēs, осужден будет. Tas būs мы верим. Mēs ticam. Мы спасены. Un tādēļ esam glābti. И было бы все очень прекрасно. Un viss būtu ļoti brīnišķīgi. И было бы все очень прекрасно. Un viss būtu ļoti brīnišķīgi. Если бы не было следующего места. Ja nebūtu nākamās rakstu vietas. Которое каким-то образом ставит нас в отношении спасения в деликатную позицию. Kura mūs stāda attiecībā uz glābšanos ļoti delikātā pozīcijā. О чем же говорит Павел в другом месте? Runā Pāvils citā vietā. Он говорит, вникай в себя и в учение. Viņš saka, iedziļinies sevī un mācībā. Кому он говорит? Kam viņš to saka? Он говорит спасенным людям. Viņš to saka izglābtiem cilvēkiem. Вообще мы должны понимать, что Библия, послание, Евангелие,
Они не написаны грешникам. Un mums jāsaprot, kad Bībele, vēstules un evaņģēlija nav rakstīti grēciniekiem. Ну что грешные люди, они мёртвые. Jo grēcinieki, viņi ir miruši. Бог послание к мёртвым не пишет. Dievs neraksta vēstules mirušiem. Бог пишет послание к живым. Viņš raksta vēstules dzīviem. Пока люди не родились свыше, Kamēr cilvēki nav piedzimuši no augšas, они никогда не поймут Евангелия и никогда не поймут Библии. Viņi nekad nesapratīs evaņģēliju un Bībeli. Глаза у них будут закрыты, viņu acis būs aizvērtas, уши закрыты, un сердце не будет разуметь. Un sirds arī. Поэтому все, что написано в Библии, это написано рожденным свыше людям. Viss, kas ir rakstīts Bībelē, ir paredzēts atdzimušiem cilvēkiem. Другими словами, спасенным людям. Izglābtiem cilvēkiem. Итак, если мы все спасены, tātad, ja mēs visi esam glābti, что это значит? Ko tas nozīmē? Ибо так поступай, себя спасешь. Jo tā rīkodamies, tu izglābsi sevi. Себя спасешь и слушающих тебя. Sevi un tos, kas tevi klausās. И когда мы начинаем рассуждать, kad mēs sākam domāt, для чего спасенному спасать себя? Kādēļ izglābtam cilvēkam sevi glābt? Для чего спасенному спасать себя? Kādēļ izglābtam sevi glābt? Если Бог спас нас, ja Dievs ir mūs по милости своей, pēc savas žēlsirdības, если он уже избавил нас от власти проклятия. Ja viņš jau mums ir atbrīvojis no lāsta varas, для чего нам нужно спасать себя? Kādēļ mums ir sevi jāglābj? Или мы погибшие? Vai mēs esam или мы спасенные? Pazuduši vai mēs esam izglābti? Если мы спасенные? Ja mēs esam izglābti? О каком еще спасении может идти речь? Par kādu vēl glābšanu iet runa? Мы с вами должны знать очень важную истину. Mums ir jāzina vienu ļoti svarīgu patiesību. Что спасение? Ka glābšanās. Это не мгновение. Tas nav mirklis. Спасение – это процесс. Глабшинас – это процесс. Спасение – это процесс. Глабшинас – это процесс. Другое место Павел говорит, что мы спасены в надежде. Цита вета Павел сказал, что мы сам глабти цериба. И когда мы читаем послание к Петра, Петр говорит, как новорожденные младенцы. Петр вестули, тогда он сказал, возлюбите чистое словесное молоко. Как я унзимуши бэрни, иемилиет тиру гаригу пиену. Дабы от него вам возрасти во спасение. Лай но та юс пиаукту пестишина, глабшина. Понимаешь? Вай сапроти? Во спасение нужно возрастать. Глабшина ир я пиаук. Во спасение нужно возрастать. Глабшина ир я пиаук. И если ты однажды призвал имя Господне, Un, ja tu vienreiz esi piesaucis Dieva vārdu, да, ты спасен в тот момент, когда ты призвал имя Господне. Tajā brīdī, kad tu to piesauci, tu esi izglābts. Но спасение обязывает нас к действию, к развитию и к возрастанию. Bet glābšanās mums liek attīstīties un pieaugt. Miljoni людей теряют спасение. Miljoniem cilvēku zaudē glābšanos. Миллионы людей, которые были спасены миллионам человек, которые были глабты кровью Иисуса Христа, сасеним, которые призвали имя Господне, которые пьесаются так, он говорит, и которые отказались совершать attiecās, свое спасение, attiecās pilnveidot savu glābšanos. Они погибли и потеряли спасение. Viņi aizgāja bojā un zaudēja glābšanos. Я хочу чуть-чуть отрезвить сегодня наше мышление. Es gribu mazliet atskurbināt mūsu domāšanu. Кто сегодня очень уютно устроился? Ja kāds šodien ir ļoti ērti ierīkojies? Кто сегодня очень уютно устроился в церкви? Ja kāds šodien ļoti ērti ir iekārtojies draudzē? Который призвал имя Господне? Kurš ir piesaucis tā kunga vārdu? Который верует? Kurš tic? Поскольку постольку? Tādēļ kādēļ? И он уповает на вчерашнее спасение. Un viņš cer uz vakardienas glābšanu. Если человек не совершает свое спасение, un, ja cilvēks nepilnveido savu glābšanos, создается серьезный риск потерять его. Rodas nopietnas risks, lai zaudētu viņu. Павел в одном в другом месте пишет со страхом и трепетом. Cita vietā Pāvils raksta ar bailēm. Совершайте свое спасение. Ar bailēm un trīcēšanu piepildiet savu glābšanu. Ибо Бог производит вас jo, и хотение, и действие по своему благоволению. Jo Dievs jūsos rada gan gribēšanu, gan darbību pēc sava prāta. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Ar bailēm un trīcēšanu piepildiet savu glābšanu. Возникает снова иллюзия противоречий. Atkal rodas pretrunas ilūzija. Так в конце концов мы спасены или нет? Tātad galu galā, vai mēs esam glābti, jeb nē? Все подняли руки, все спасены. Visi pacēli rokas, visi ir glābti. Для чего же совершать свое спасение, если Господь уже все совершил на Голгофском кресте? Kādēļ tad piepildīt glābšanos, ja Jēzus visu ir izdarījis pie krusta? Господь спас наш дух. Viņš ir izglābis mūsu garu.
спасение нашего духа, мусу гара глабшин, это есть компетенция Бога. Ир Дева компетенция. Это есть сторона божественного спасения. Да, ир Дева сейчас глабшин из пусы. Бог есть дух. Dievs ir gars. Он коснулся нашего духа. Viņš pieskārās mūsu garam. Мы родились от духа. Un mēs piedzimām no gara. От воды и духа. No ūdens un gara. И мы являемся новым творением. Un mēs esam jauns radījums. Но Господь дал в руки человека, bet Dievs deva cilvēka rokās, компетенцию спасения своей души. Savas dvēseles glābšanas kompetenciju. Когда мы говорим, какое спасение я должен совершать? Когда мы говорим, какая глабшина, мне нужно перепилды. Терпением вашим спасайте души ваши. Пацетība глабит savas dvēseles. Потому что ваш дух спасен. Jo mūsu gars ir izglābts. Бог спас наш дух. Dievs ir izglābis mūsu garu. Дух спасен. Mūsu gars ir izglābts. Потому что мы рождены. Tādēļ, ka mēs esam piedzimuši от Духа Святого. No svētā gara. Наш дух соединен с Богом. Un mūsu gars ir savienots ar Dievu. Но наша душа, bet mūsu dvēsele, она является как раз и тем, что должно быть спасено нами. Mūsu dvēsele tieši ir tas, kas jāglāb mums pašiem. Мы сейчас несколько порассуждаем на эту тему. Mēs mazliet paanalizēsim šo tēmu. Нам необходимо уразуметь с вами, mums ir jāsaprot ar jums, что душа, ka dvēsele, что это есть душа? Kas ir dvēsele? Это есть разум. Tas ir saprāts. Это есть воля. Tā ir griba. Это есть эмоции. Tas ir emocijas. Это есть мир наших чувств. Tas ir mūsu jūtu mirs. При спасенном духе būt glābtam garā можно иметь неспасенную душу. Un var nebūt glābts dvēselē. Я говорю сегодня о вещах, которые несколько могут не укладываться в сознание. Es domāju, šodien runāju par lietām, kuras varbūt var neiekļauties tavā apziņā. Господь говорит, чтобы мы спасали свою душу. Tas kungs saka, lai mēs glābjam savu dvēseli. Если бы наша душа была спасена, ja mūsu dvēsele būtu glābta, Господь не повелевал бы нам, tad kungs mums neliktu, спасать то, что уже спасено. Глаб то, кас я верю изглабц. Ни в одном месте Библии. Не в одной вета Библии. Ты никогда не встретишь. Ту никогда не отродиси. Божественного поручения. Девищу норадием. Чтобы ты спас свой дух. Лай ту изглабц саугару. Ты не можешь спасти свой дух. Ту не вари изглабц саугару. Ты не можешь спасти свой дух. Ту не вари изглабц саугару. Бог спас твой дух. Йо Девс ир изглабц саугару. И теперь во священии. Un tagad svētījoties, очищение, attīroties, спасением, savā glābšanā, нуждается твоя душа и твое тело. Un glābšana ir nepieciešama tavai dvēselei un tavai miesai. Мы должны это понять в практическом аспекте. Mums tas ir jāsaprot praktiski. И никогда Бог не будет делать то, что должен делать ты. Un nekad Dievs nedarīs to, kas ir jādara tev. И никогда не обвиняй Бога Un nekad neapvaino Dievu. В том, tajā, что он не делает, ka viņš nedara, что то, что ты должен делать, to, kas ir jādara tev pašam. Я повторяю, спасение это процесс, es atgādinu, ka glābšanās, в котором в равной степени, kurā vienlīdz, принимает участие как Бог, так и человек. Ņem dalību kā Dievs, tā arī cilvēks. Бог уже все сделал. Dievs jau visu ir izdarījis. И поэтому ты теперь Un tagad tev должен возрастать во спасении, ir jāpieaug glābšanā, совершать свое спасение, piepildīt savu glābšanu, спасать свою душу. Un jāglābi savu dvēseli. Ты скажешь, как? Tu varbūt prasīsi, Моя душа не спасена? Vai tad mana dvēsele nav glābta? Спасен твой дух. Ir glābts tavs gars. И твоя душа должна быть спасенной. Un tavai dvēselei arī ir jāizglābjās. Спасение духа – это компетенция Божья. Gara glābšana ir Dieva kompetencija. Спасение души. Un dvēseles glābšana это компетенция человека. Ir cilvēka kompetencija. Amen. Amen. О чём идёт речь? Par ko iet runa? Итак, речь идёт о наших мыслях. Tātad runa iet par mūsu domām. Почему Господь говорит, что мы должны иметь шлем спасения? Kādēļ tas kungs saka, ka mums ir jābūt glābšanas bruņucepurē? Как важно, чтобы ты спасал свой разум. Cik svarīgi, lai tu izglābtu savu saprātu. От мыслей мира сего. Но šīs pasaules domā. Как важно, чтобы ты одел шлем спасения. Cik svarīgi, lai tu
И заботился иметь Бога в разуме. Что мы имеем в виду, когда говорим о спасении? Мы говорим, во-первых, о защите. Мы говорим о гарантии. И когда мы говорим о спасении души, мы говорим о подчинении своих всех душевных качеств и свойств своим духовным качествам и свойствам. Мы говорим о том, что нам нужно покляв все свои двеселы и пашибы, мусу гара и пашибы. Что есть спасение души? Что означает изглаб двеселы? Спасение души. Изглаб двеселы. Это когда мы подчиняем свой разум духу. Это означает покляв свою сапрату гара. Когда мы подчиняем свои чувства нашему духу. Когда мы покляваем свои чувства гара. Когда мы свои поступки подчиняем нашему духу. Когда мы свою рити покляваем гара. Процесс спасения начал Бог. Главшенец процесс уриецат. И со своей стороны он сделал все. Он носал спуск свинчерис дрис. Он послал слово свое. Вечерсуты из слова. Которое проникло в нас до разделения души и духа. Куреноклеву мусос он садили. Мы раздвоились. Воистину мы видим раздвоение личности внутри себя. Ты тешам мес редзем персон. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. Месе гриб претею гарам гарс гриб претею месе. И теперь твои чувства. Он так это восиут. Твой разум. Тавс сапрат. Твои эмоции. Тавс эмоции. Они колеблются. Viņš šaubās. Перед выбором. Izvēles priekšā. Или подчиниться духу. Vai pakļauties garam. Или подчиниться плоти. Vai pakļauties miesai. Понимаете, о чем идет речь? Наша душа не научена духовным вещам. Мусу двесело на вема цита гарига лета. Наши эмоции не адаптированы к духовным переживаниям. Мусу эмоции с навадоптет с гаригим пати. Наша логика, она еще не адаптирована к логике Божьей. Мусу логика вел нав адаптеюсь с дьявол логика. Наша душа это наследие прошлого. Мусу двесело вел ир веца мантоим. Наши чувства это наследие прошлого. Мусу ютес ир вецейс мантоим. Наш лексикон это наследие прошлого. Мусу лексика ир вецейс мантоим. Единственное, что у нас новое. Vienīgais, kas mums это ir дух, jauns, tas ir gars, в котором живет Бог, kurā dzīvo Dievs, в котором живет слава Божья, kurā dzīvo Dieva godība. И мы получаем импульсы изнутри. Un mēs saņemam impulsus no iekšienes. Бывают такие периоды, когда нам хочется вообще взлететь на небеса. Ir tādi periodi, kad mums gribas uzlidot debesīs. Когда нам хочется быть святыми, праведными, чистыми. Kad mums gribas būt tīriem, taisniem, svētiem. Мы чувствуем, что Дух свят. Jūtam, мы чувствуем, что в духе Царство Божье. Jūtam, гора, и когда ты в духе и подчиняешь духу своими мысли, переживания и все свое естество, ты чувствуешь славу Божью и Царство Божье. Un, kad tu visu savu būtni pakļauj garam, tad tu jūti Dieva godību un viņa valstību un slavu. Но инерция прошлого, она сильна. Bet pagātnes inerce, viņa ir spēcīga. И когда ты выходишь из зоны помазания. Un, kad tu izej no svaidījuma zonas. И когда ты оказываешься снова в зоне привычного движения жизни. Un, kad tu atkal atrodies ierastajā dzīves ritmā. И когда ты начинаешь мыслить старыми категориями. Kad tu sāc domāt ar vecajām kategorijām. Ты видишь, это противоречие. Tu redzi šo pretrunu. Ты видишь, как много еще старого в твоей жизни. Tu redzi, cik daudz vēl vecā ir tavā dzīvē. Как много еще старого проклятого в твоей жизни. Cik daudz vēl vecā nolādētā ir tavā dzīvē. Ты также завидуешь. Tu tāpat apskaud. Такие же блудные вещи приходят. Да, ты спрашиваешь, ты также можешь обманывать. Тут опять обманывать. Какие-то пороки остались и тянут тебя назад. Какой-то нетикум ир паликуши, он не вел тебя отпакай. И похоть, зачавший, продолжает рождать грех. Un iekāri atkal turpina radīt grēku. И многие люди, которые приходят после покаяния ко мне, un daudz cilvēku, kas nāk pie manis pēc grēka nožēlas. Они говорят, вы не говорили, что я новое творение. Viņi saka, jūs man teicāt, kad es esmu jauns radījums. Что Бог меня освободил от того, третьего, пятого и десятого. Kad Dievs man ir no visa atbrīvojis. А я сейчас в такую трясину попал. Bet es esmu tādā purvā iekļūs. Все старое вернулось. Viss vecais atgriezās. Что это такое? Kas tas tāds ir? Это неспасенная душа. Tā ir neizglābta dvēsele. Которую ты должен спасти. Kura tev ir jāizglābt. Amin. Amin. Вы понимаете, о чем идет речь? Вы сопротивляете, про кое труно? Это так важно. Это все так сварить. Никогда не позволь дьяволу. Никогда не ляв сатану. Обольстить тебя тем. Певил теви. Что твое покаяние было недействительным. Ар то, когда уграк нажал, не би, но пев. Никогда не позволь дьяволу. Никогда не ляв сатану. Обольстить тебя. Певил теви. Тем, что покаяние было недействительным. Ар то, когда тава уграк нажал, покаяние было действительным. Виня би иста, он патиес. Равно, как и действительно то, что у тебя не спасенная душа. Которая должна быть спасенной. Un viņai ir jābūt glābtai. К
которую ты должен спасти. Kura ir jāizglāb tev. Amen. Amen. Бог тебе показывает. Dievs tev arī parāda. Что не все так просто. Ka viss nav tik vienkārši. Прийти в церковь. Atnākt uz draudzi. Помолиться. Palūkt Dievu. Спеть песню. Nodziedāt dziesmiņu. Отдать десятину. Отдать десятую. И спокойно идти дальше. Un mierīgi iet tālāk. Знаешь, что такое покаяние? Vai zini, kas ir grēku nožēla? Покаяние. Grēku nožēla. Это перемена образа мышления. Tā ir. Tas ir domāšanas veida pārmaiņa. А значит, перемена образа жизни. Tātad dzīves veida pārmaiņa. Кто должен изменить образ мышления? Kam ir jāizmaina domāšanas veids? Ты. Tev pašam. Скажи, Бог. Ты, varbūt, teiksi, Dievs. Измени мой ум. Измени manu saprātu. Бог скажет, то, что я должен сделать, я уже все сделал. Viņš teiks, to, kas man ir jāizdara, es esmu izdarījis. Теперь ты совершай свое спасение. Tagad tu piepildi savu glābšanu. Боже, спасай! Kungs, izglāb mani. Сегодня очень многие люди плюют в небо. Šodien ļoti daudz cilvēku spļauj debesīs. Сегодня очень многие люди незаслуженно оскорбляют Бога. Un nepelnīti apvaino Dievu. Ar, где Бог? Viņš saka, kur ir Dievs? Es snovu pju. Es atkal dzeru. Snovu kurju. Es atkal smēķēju. Snovu ženu pju. Atkal sievu. Где Бог? Kur ir Dievs? Сил нет у меня. Spēka man nav. Ничего не могу делать. Neko es tev varu izdarīt. Все ты можешь делать. Tu visu vari izdarīt. Lodir. Tu esi lentai. Sliņķis. Tu neēdis. Liekēdis. Спасай душу свою. Изглаб свою двеселу. Во имя Иисуса Христа. Иисус Христос вода. Шака твоя. Делай то, что ты должен делать. Дари то, кас тевер ядара. И не обвиняй Бога. Он не пайно Диеву. Бог не будет делать то, что ты должен делать. Вич никогда не дарис то, кас тевер ядар. Со страхом и трепетом. Ар байлем ун трицеш. Совершай свое спасение. Пепилдет сау глабшен. А я спасен. Бет эс эсму глаб. Твой дух спасен. Тавас гарс ир глаб. Твоя душа проклята. Бет тава двесел ир нолаадет. Рабашенти. Скажи, Боже, что это? Текст кунг, шаусмас, кас тес? Шаусмас, новые грани открывают. Откал яунс, каут кас атрас. Проклятая душа, благословенный дух. Как это может быть? Двесел, ну ладно, это будет гарс святых. Ка тес тавар будет? Кто может слушать таких? Кас тавар дзирдет? Ты. Ту. Служай! Клаусиес. Это истина. Та ир патесив. Если Бог говорит, спасай душу, значит, она не спасена. Ja Dievs neglābj dvēseli, tātad tā nav glābta. Bet viss, kas nav izglābts, ir nolādēts. Biednē duša. O, nabaga dvēseli. Она действительно biedne. Viņa tiešām ir nabaga dvēseli. Viņa ir jāglābj. Amen. Amen. Царство Божие. Debesu valstība. Силой берется. Ar spēku iekarojam. Jo потребляющие усилия восхищает его. Pielieto spēku, tas ielaužās viņā. Ты знаешь, что... Душевный не принимает то, что Духа Божия. Веселись, не и то, душа, она отказывается быть спасенной. Un весела atsakās būt glābta. Она отказывается быть спасенной. Viņa atsakās būt glābta. И она пытается дух спасать. Un viņa vēlas glābt garu. Ты понимаешь, как получается? Saproti, kas šeit iznāk? Душа пытается спасти дух. Весела grib izglābt garu. А дух желает спасти душу. Bet gars grib izglābt dvēseli. И ты однажды придешь в такой тупик, что скажешь, я уже заблудился. Un tu vienreiz nonāks tādā strupceļā un teiksi, es esmu apmaldījies. Что я должен делать? Kas man ir jādara? Как молиться? Kā man ir jālūdz? Заблудился среди трех сосен. Trijās priedēs es esmu apmaldījies. Одна. Viena, no kurām es pats. Поэтому ты в церкви. Тадель, ты ориеси драудзе. Поэтому мы и учим тебя. Тадель, мы с тебя машем. Чтобы ты не заблуждался. Лай ту не обмолдитос. А чтобы ты спас душу свою. Бет лай ту изглабт сау двесел. Амин. Амин. Итак, покаяние должно иметь плод. Un tātad, грэку ножелэ запомни, ир ябут покаяние аугрим. Должно иметь плод. Atceries, грэку ножелэ ир ябут аугрим. И когда шли люди к Иоанну Крестителю. Un kad cilvēki гай пи Иоанн Крестителю. Он говорит, совершите достойный плод покаяния. Viņš teica, izveidojiet cienīgu грэку ножелэ что аугрим. Такое достойный плод покаяния? Kas ir cienīgs грэку ножелэ аугрим? Покаяние это не просто сказать, Господь, прости меня. Грэку ножелэ нав vienkārši teikt, Kungs, piedod man. Покаяние. Грэку ножелэ. Это значит принять глубокое сердечное решение. То есть нужно принять дзилю лэмум сава сирди. Никогда больше не возвращаться к старой жизни. Никогда больше не отгрестись пе вецас дзилис. Сегодня очень странные люди приходят в церковь. Сегодня нас драудзи нак лёты дивэн они покаялись. Вы не ножелэш грэку. И возвращаются снова к своим любовницам. Он откал отгрешись пе сава милякая. Как каким-то чудом они умудряются сочитывать себе такие вещи. Вот когда бринумай на карта, они покаялись, так сказать. Грэкус ир ножелэш. Возвращаются к своим любовникам. Он отгрешас пе сава и говорят, Бог мне столько любви дал. Он сака, Девас ман ир девис, тик даудз милости. Аллилуйя.
Halleluja. И к мужу. Gan pret vīru. И к нему же. Gan pret nevīru. Я столько люблю, океан любви. Jo mani ir mīlestības okeāns. Они покаялись. Viņi ir nožēlojuši grēkus. Продолжают пить. Turpina dzert. Обманывать. Turpina apmānīt. Красть. Zakt. И в жизни ничего не поменялось. Un dzīvē nekas nav izmainījies. И многие говорят, это неправильное покаяние. Un daudz saka, tā nav pareizi grēku. Это правильное покаяние. Tā ir pareizi grēku. Которое должно принести плод. Kurai ir jāatnes augļi. Ты должен принести плод. Tev ir jāatnes augļi. Что такое плод покаяния? Kas ir grēku nožēlas augļi? Это перемена мыслей. Tā ir domāšanas izmaiņa. Это значит обновиться духом ума нашего. Tas nozīmē atjaunoties mūsu gara domāšanā. И больше не мысли так, как ты мыслил вчера. Un vairs nedomā tā, kā tu domāji vakar. И не поступать так, как ты поступал вчера. Un nerīkoties tā, kā tu rīkojies vakar. Это значит повернуться. Если ты шел туда, в ад, я туда и зелли, значит, должен повернуться и идти теперь на небо. Тогда ты я погрешал, и я это. Скажи, что умирать что ли? Ты вроде ты в этот мир? Нет, иди в церковь. Не, ну а ты здравый. Иди той дорогой. Эй, по той цели. Которую идут праведники. Куру я тебе делаю. Скажи, как я это смогу? Ты вроде ты скажешь, то вар. Не сможешь, погибнешь. Я тут то не спец, то ты есть боя. Твоя проблема? Да, это твоя проблема. Амин. Амин. И потом, когда они приходят, говорят. Проблемы ужасные. Ну, когда они отнак, они сказали, и так далее. Бог, наверное, меня не слышит. Девс, лайком, не, не помогает. Не опять вот такой синяк. Слушай, а какими путями ты ходишь? Ведь по каким целям ты стоишь? Старыми. По вецеям. Но получай старые синяки. Ты дари саним вецеас зилумс. Бог не виноват. Девс тур на войне. Твой дух спасен. Jo tavs gars ir glābs. Спасай душу свою. Изглаб savu dvēseli. И тело свое. Un savu miesu. В чем дело? Kas par lietu? Теперь твоя душа в твоей руке. Tagad tava dvēsele ir tavās rokās. Amen. Amen. Я уже говорил эту иллюстрацию. Es jau runāju. Что напоминает собой спасение? Ko atgādina glābšanās? Сегодня мы не говорим, как Торнер выразился, о глубоких, глубоких откровениях. Kā Tērners izteicās, mēs šodien runājam par dziļām atklāsmēm. Mēs runājam par garīgu ābuci. Tas ir tas, no kā sākas kristietība. No kā sākas dzimtene. Начинается с простых вещей. Сакас но парастам лета. Бог спас твой дух. Диос изглаб свою душу. А ты спасай свою душу. Бет ту изглаб свою душу. Я чувствую немножко уже проясняется. Es jūtu, ka man liet skaidrāk. Легче как-то становится. Ir kaut kā vieglāk. Halleluja. Как-то недоумение, конфуз уходит. Я пārpratumi aiziet. И свет приходит. Un nāk gaisma. И как-то легко вздохнули. Kaut kā jau оказывается, у всех так. Izrādās, ka visiem ir tas pats. Я думал, у меня только. Es думаю, ka tikai man. Итак, что же напоминает собой спасение? Я рисовал при себе приблизительно такую картину. Думаю, что она типична. Ты погибал, тонул, захлебывался в волнах. Это наша жизнь в грехе. Проклятие. И ты кричал, Боже, помоги, спаси меня. Un tu kliedzi, Kungs, palīdzi un glāb mani. И Бог действительно услышал тебя. Un Dievs tiešām dzirdēja. Потому что Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Kurš piesauks Dievu vārdu, izglābsies. И он тебя протянул, viņš свою руку взял. Pasniedz tev roku. И тебе бы так захотелось. Paņem tevi. Чтобы он тебя сразу и посадил на берег. Un tev varbūt tā gribētos, lai viņš tev tūlīt apsēdina krastā. Да не тут-то было. Bet nekā nebija. У Бога есть лодка. Dievam ir laiva. И он тебя вытащил. Un viņš tevi izvilka. И посадил в лодку. Un ielika laivā. Дал весла. Iedevairus. И сказал, ко ту грибу? Ко ту грибы? Спасение. Глабшену. Так, если грибу, так грибы. Я грибы тогда ире. Он в ту сторону. В ту опусы. И пока будешь грести. Un kamēr airēsi. Спасен будешь. Būs izglābts. Не будешь грести. Ja neairēsi. Все назад вернется. Если отпакаль дивена. У многих людей. Un daudziem cilvēkiem. Возникает иллюзия. Родас иллюзия. Что Господь спас тебя. Par to, ka Dievs tevi ir izglābis. И уже посадил на небе. Un jau ir nosēdinājis debesīs. Ну, Ефесянам 2:4 говорит об этом. Bet ja Efesiešiem 2:4 runā par to. Это Ефесянам говорится. Tas ir teikts Efesiešiem. И к тебе. Un arī tev. И ко мне. Un man. Аллилуйя. Аллилуйя. И многим прямо так и кажется. Да, что они сидят на небесах, и ноги свесили. Ты понимаешь, есть юридические позиции. Сопротив, когда есть юридическая позиция. Юридически мы еще прежде создания мира были там. Юридически мы еще первым спасал задышим. Ты еще не родился, уже был там. Ты вел не был пьедзимс, когда ты был там.
И посажен был на небесах. Он был дебесис апсетнас. И был благословлен всяким духовным благословением. Он был святий церк висадам гаригам святибам. Когда еще на горшке сидел, ты уже на небесах сидел. Потетка ты усподи не сидел, ты обе дебесис. Но это ни о чем не говорит. Это не про конеруна. Это не говорит о том, что ты на горшке всю жизнь сидеть должен. Это не лицин про то, что ты увиси дзиви, а сидишь спадим. Ты должен спасать душу свою. Ты верь, я глаб себя вдвесели. Возрастать. Я пьяуг. Амин. Амин. Так вот, друзья, у многих такая иллюзия возникает, что Бог спас. И больше ничего не надо делать. Просто дождаться второго пришествия и все. Сидеть и смотри. Еще чуть-чуть. Еще немного. И скоро Христос придет. Вот многие сегодня христиане, как пассажиры на вокзале. Daudzi kristieši šodien ir kā pasažieri. Sēdēt, viņš jau raztražājās, viņš jau mietlīt, ka poļķi. Sēž un vēl dusmojās, kaut kā tas kungs kavējas. Sēdīm zies, visu prasīdīli už. Sēžam, sēžam. A jau nietu. Bet viņa nav. Slušaj. Klausies. Kāk bija tībī neupaisti atūdā? Kad tu nenokrīti tur, tās vietas, kur tu sēdi. Tu paņemēji, ka Bog v lotku tie pasadīl. Atceries, ka Dievs tev ir laivā iesēdījis. Un Devis tev airs. Es galvā, tīpēr? Мой спасенный человек. Мой спасенный сыночек. Моя спасенная доченька. Работай. Греби. Айре. Коту греби. Коту греби. Греби. Айре. И когда ты гребешь, он говорит, айре, ты спасаешь душу свою. Ты глаб сау двесель. А если не гребешь, он не айре, ну все вернется назад. Тогда если отпакаль. Аминь. Амин. Берегись отпакаль. Байдес, но отпакаль. Причем Бог дал два весла. Jo, tas kungs ir Devis divus airus. И вы знаете, многие люди поняли эту простую un, истину. Daudz cilvēki ir sapratuši šo. Они действительно гребут. Viņi tiešām airē. И ты видишь сейчас. Un tu redzi. Ты видишь сейчас вокруг тебя тех, кто гребут. Они спасают душу свою. Viņi glāb savu dvēseli. Они вырываются из общей толпы. Viņi izraujas no kopējā pūļa. Действительно, они возрастают в вере. Viņi tik tiešām pieaug ticībā. Они работают. Viņi strādā. А многие люди отказываются. Bet daudz cilvēku atsakās. Они легли там. Viņi ir nogulušies kaut kur. Там в этом суденышке. Šajā laiviņā. О, Боже, дай хорошую погоду и попутный ветер. О, kungs, dod mums labu laiku un ceļa vēju. Как умудряться в лодке отдыхать? Как они, я думаю, сейчас лайва? Так они находят же еще то место, где Иисус тоже там спал. Он меня трогает вел ракту света, он сказал, как Христос Арий говорит. Дорогой, ты не Иисус. Ты не если Христос. Если ты брат Федя, так тут ты должен работать. Я то если Федя, то ты вряд страда. Иисус спал, потому что он работал. Jo viņš arī strādāja. Mērtvih voskrišal. Viņš mirušos augstām cēl. Ļaunos garus izdzīvā. Viņš lūdza pa naktīm. Поэтому он имел моральное право там на возглаве немножко трохи передохнуть. Tādēļ viņam bija morālas tiesības mazliet pagulēt laivā. А ты ничего не делал. Bet tu neko neizdarīsi. А уже отдыхать хочешь. Bet jau gribi gulēt. Не пойдет. Tā lieta neies. Это не для тебя, понимаешь? Tas nav priekš tevis. У нас всегда такая манера. Mums vienmēr ir tāda maniera. То, что для себя, мы куда-то выбрасываем. Tas, kas mums, mēs izsviežam. То, что не для себя берем. Tas, kas nav priekš mums, to mēs ņemam. Понимаешь, как-то так не получается. Kaut kā viss otrādi. Мы должны делать то, что мы должны делать. Mums ir jādara tas, kas mums ir jādara. Что? Бери весла. Tātad, mums ir jāņem airi. И греби. Un jāairē. И со страхом и трепетом греби. Un ar bailēm un trīcām. Чтобы не потерять то, на чем ты трудился. Lai nepazaudēt to, par ko tu strādājis. Вы понимаете, что твоя позиция в лодке? Jo tava pozīcija ir laivā. По сравнению с твоей позицией в волнах? Un šī pozīcija, salīdzinājot ar pozīciju viļņos, ir glābšana. Ну не правда ли? Или ты так захлёбываешь, уже пузыри пускаешь? Vai tur jau slīksti? Или ты всё-таки в лодке сидишь? Vai tu tomēr esi laivā? Всё-таки это уже спасение. Tā jau ir glābšanās. Но твоя позиция на берегу, по сравнению с твоей позицией в лодке, это другой уровень спасения. Bet tava pozīcija krastā salīdzinot ar pozīciju laivā. Уже не надо греби. Tur vairs nav jāairē. Уже всё, ты на берегу. Jau viss, tu esi krastā. Так вот, и вера наша, un tātad mūsu ticība, и спасение наше, un mūsu glābšana, это процесс. Tas ir process. Это процесс. Tas ir process. И должен работать. Jo tev ir jāstrādā. И есть, вы знаете, такая опасность. Un ir tāda bīstama lieta. Писание говорит, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь. Раксти сак, иедзельнес себе и мацеба, йо та рикодемес, ты изглабси себе. Точно так же, как мы
побеждаем побежденного дьявола? Тишь так, под камень сузвером узверет. Многие задают вопрос: а зачем с ним воевать? Да, удивился, как опять мы соревнуемся. Он и так побежден. Ничего так, узверет. Так если бы он не побежден был, ты его бы никогда не победил. Ведь он не будет узверет, то он никогда не узверет. Аминь. Аминь. И только потому, что он побежден, мы можем побеждать его. И только потому, что мы спасены, мы можем спасать себя. Вот так выходит. Такова логика слова. Только потому, что мы исцелены 2000 лет назад. Мы можем исцеляться. Только потому, что Господь осветил нас единократным приношением. Ar, nezdam sevi par upuri. Мы можем освещаться. Mēs varam svētīties. Amen. Amen. Мы должны от наших юридических позиций переходить к нашим фактическим вещам. Mums no mūsu juridiskajām pozīcijām ir jāpāriet faktiskajās. Итак, спасение духа. Un tātad gara glābšana. Это начало спасения, это импульс спасения. Glābšanās sākums, glābšanās impuls. Все остальное. Viss pārējais. В твоей руках. Ир тавас рокас. Аминь. Аминь. Многие люди не верят. Дауди человек еще один не тит. Что можно победить свой характер? Ковар узвереться в ракстуру. Я тебе должен сказать, ты должен объявить войну ему. Многие до сих пор курят. Вот вы знаете, мне я подъехал. Собрание, смотрю, за углом стоит группа людей. Мне так напомнило это сразу школьную такую, знаете, идиллию. Когда учился в школе, всегда почему-то все за углом курили. Вот угол — это какой-то очень мощный символ. Стурс, это же очень какой-то символ. За углом всегда что-то творится. Или пьют, или курят, или еще что-то делают. В общем, всякие нечистые дела. И вы понимаете, многие верят и курят до сих пор. Он дал зитит, он смеет. Говорит, не хочу. Вернее, не могу. Я не могу. Ты понимаешь, что ты должен бросить? Ты сопрот, как ты верят мет. Ты можешь бросить. Ты варят мест. Ты должен бросить. Ты верят мет. Ты должен освободиться от этого. Ты верят привозь. Просто люди отказываются грести. Вин кажет, человек отцекасай. Понимаешь? Они вникают только в себя. Понимаете, эти два весла, это есть, значит, одно весло, вникать в себя. Тогда, второе весло, вникать в учение. И если ты будешь заниматься с ним постоянно, то есть грести двумя веслами, тогда спасешься. И других спасешь. Есть такие люди. И тады человек. Они говорят, я не могу бросить курить. Курс такой, если не вар. Говорят, а пью. Он из дзеру. Не могу никак. Он никогда не вар. Ирочку не могу бросить. Он не вар поместить. И Людочку, Ирочку. Он Людочку. Не могу выбрать. Он не вар избирать. Они у меня как два весла. Вы не могли как две айры. И люди не понимают, какие весла должны быть. Человеки не собирают, кады им рябут айры. Ты прелюбодействуешь, это грех. То есть лаулибис паркапес, он тасир грех. И учишь всех прелюбодеев, гений огненный. Он висел лаулибис паркапес. Что Библия говорит, не прелюбодействуй. Ее Библия сказала, что не будет. Это здесь не так смешно, друзья. Он тас не мазнал. Потому что сегодня очень многие люди ходят в церковь в новое поколение и занимаются прелюбодеянием. Еще один лед дал человек на куш. Ты рискуешь потерять спасение. Ты рискуешь потерять спасение. Ты рискуешь заудеть свою грабшину. Еще больше скажу, если ты делаешь хронический грех, бесы войдут. И ты потеряешь то, что тебе дал Господь. Во имя Иисуса ты должен возненавидеть этот грех. Вникай в себя и в учение. И ты увидишь, что это мерзость. И ты увидишь, что это скверно. Никакой блудник или нечистый не войдет в Царство Божие. И почему у нас это не получается? Мы отказываемся спасать душу свою. Мы не видим в этом проблем. Нам кажется, что это ничего страшного. Мы думаем, что это не бистан. Отряхнулись и пошли. Да, но принаем, как в притчах, он говорит, оттерла рот и сказала, я ничего страшного не сделала. Любой грех, это есть беззаконие. Так вот, есть люди, которые занимаются только исследованием самого себя. Вникают только в себя. Вникают. Ой, грех этот. Ой, вот такой грех.
И там сорвалась. И того обозвала. И мужа своего оскорбила. Нечаянно табуретка ударила. И вот вникаю в себя. Какая зараза. Какая скотина. Ужасное, ужасное существо. Один шаусмас, ничего больше. Тыцы бы один шаусмас. От темени головы до подошвы ноги. Ой, грешная, грешная. Грешная, грешная. Слушай, это называется грести одним веслом. Грешная. Ужасная. Вот такой гад я. Ой, ничего доброго сейчас нету. Змея подколодная. И ты чувствуешь, что у тебя уже и голова кружится. Действительно, ты скажешь, а я честно, честно исследую себя. Я честный человек. Назвал вещи своими именами. Слушай, знаешь, что такое честно? Честно это называть тебя, себя тем, чем тебя Бог называет. И очень многие люди сегодня, которые себя исследуют, все смиряются, они гребут одним веслом, и все кругом идет. Ты не плывешь, ты не спасаешься, ты на месте вот так вот кружишься, у тебя голова кругом, и у мужа голова кружится, у детей голова кружится, и у пастора иногда даже начинает голова кружиться. Как встречаешься с такими людьми, голова кругом идет. Un kad satiecies ar tādiem cilvēkiem, galva iet uz riņķi. Опять такое же самое. Atkal tāds pats. Опять поругались. Atkal salamājāmies. Опять она меня козлом обозвала. Atkal viņi mani parādījās. Опять поссорились. Atkal sastrīdējāmies. Ну слушай, ну а кто какая проблема? Спасай душу свою. Bet kāda problēma? Я не буду отвечать за тебя, уважаемый. Es neatbildēšu par tevi. Если ты не хочешь спасать душу свою. Ja tu negribi glābt savu dvēseli. Скажи, а что мне делать? Tu teiksi, kas man jādara? Вникай в себя. Да Боже, вник в себя! Bet es esmu iedziļinājies. Болото какое! Ой, kāds purvs. Это одна половина! Tā ir tikai это одно весло! Tas ir viens ceļš! Дорогой, вникаешь ли ты в учение? Bet vai tu iedziļinies mācībā? Так вот, когда ты начнешь вникать и в себя, и в учение, kad tu sāksi iedziļināties gan sevi, тогда gan ты mācībā. Увидишь, что в учении есть выход. Tad tu redzēsi, ka mācībā ir izeja. Učenie есть выход. Как выйти отсюда? Mācībā ir izeja, kā iziet как no šī козлу тела. Стать братом? Kā āzim kļūt здесь par brāli? Здесь есть все ключи. Šeit ir visas atslēgas. Как из поражения выйти в победу? Kā no zaudējuma iet uzvarā? Как предотвратить ссоры? Kā novērst ķildes? Как задушить свои похоти? Kā savas iekāres? Здесь все записано. Nu, te viss ir rakstīts. Бери второе весло. Ņem otru airi. И начинай. Un sāc. Šāk teorija. Tas ir teorijas solis. Šāk praktiki. Un prakses solis. Šāk teori. Teorijas solis. Šāk praktiki. Prakses solis. Tebi askarbīli. Tevi apvainoja. Buntuja visā vnūtrinās. O, visi iekšēni što dēl? Dumpojās. Ko darīt? Господь, а ну-ка скажи мне. Kungs, saki man, ko darīt? Себя вникнул уже. Es sevi esmu iedzināju. Redzu, ka esmu ļoti apvainojis. Vīžu, apvainos. Что все кипит. О, viss varās. Боже, а что в учении? Un kas ir mācībā? И когда стоите на молитве, прощайте. Bet, kad stāviet lūkšanā, piedodiet. И прости нам долги наши. Un piedod mūsu parādus. Как и мы прощаем должникам. Kā mēs piedodam saviem. О, Боже. О. Прощаю. Piedodu. Простил. Piedevu. О, халлелуйя. Ой, cik labi. Еще два метра. Vēl divus metrus priekš. Халлелуйя. Амен. Амен. Не успел это пройти. Vēl neesmu paspējis to iziet. Жена опять. Sieva atkal. Денег нет. Nauda sav. Как в церковь начал ходить, все деньги отнес. Последняя сотня осталась, не знаю, что делать. Ты смотришь, что делать. Он скажет, куда рить? Да, проблема. Ты где же проблема? Вникнул в себя? Я дельная с себе. Теперь бери сразу учение. Так от нему зря мать. Ну-ка, Господь, что в таких случаях делать? Кунг, сколько тогда? О, последняя преснок вдова отдала. Ну-ка, давай сотню. А третий не отдал педи, ее майз из габала. До чего с ним сроблюсь? Ты что делаешь? Tu ko dari? Vnikāju себя. Iedziļinos sevi. И в учение. Un mācībā. И буду заниматься постоянно. Un nodarbošos ar to vienmēr. И так поступаю, себя спасу. Jo tā rīkodamies vienmēr izvēlēt. Gan sevi, gan tos, kas klausās. Собрание, и даёшь приснак. Un tu ej uz draudzi un atdod. Не успел вернуться домой. Un kad neesi vēl mājās atnācis. Смотришь, вау. Skaties. Žena lēvāja. Sieva smaida. Все в порядке. Viss kārtībā. Svinju privezli iz derevni. Cūku atveduši no ciema. Все в порядке. Аллилуйя!
Ты понимаешь, что такое спасение? Это сопротивление, как сирглабш. Это вникать и в себя. Это называется иллюминатес ганцеви. И учение. Ганмаци. И заниматься постоянно. Он надо работать, если то постави. Понимаешь, не надо смаковать проблему. Я на ясмите проблем. Непослушные дети. О, когда не поклонился. Какой ужасный ребенок. Как пресмикс бар. Ужасно. Шаусмик. Ужасно. Что делать? Куда? Ой. И сердце болит. Он сердца. И голова болит. Он голова плещ. Ой, на собрание не пойду. О, саполцы не ешь. Болею. О, сап. Понимаешь, бери Библию и смотри, что Библия говорит по этому поводу. Нем Библию, он скажет, я сказал, понимаешь, чем отличается наша церковь от других церквей? Тем, что мы Библию даем тебе в руки в любой ситуации жизни. А только и в курадзе в ситуации. И говорим, что Библия – это есть ответ. Сакам, на самую тупиковую проблему. Аминь. Проблем. И когда вера становится твоим практическим аспектом, un, kad ticība kļūst praktiska tavā dzīvē, тогда ты плывешь. Tad tu sāc peldēt. Ты совершаешь свое спасение. Tu piepildi savu glābšanos. Ты обновляешься духом ума своего. Tu atjaunojies. Понимаешь, когда ты начинаешь говорить Словом Божьим, ты чувствуешь, что всякую дрянь, весь хлам вчерашнего, старого, проклятого мышления ты выметаешь, и ты мало-помалу начинаешь мыслить так, как мыслит Бог. Un, kad tu sāc runāt Dieva vārdu kategorijās, tu redzi, ka tavs vecais aiziet no saprāta. Spasienie duši. Un kas tas ir? Tā ir dvēseles glābšana. Ja tu čustu, šo ar tvoj razum. Un tu jūti, ka tavs saprāts. Un prasvišājāc. Viņš sāk apgaismoties. Tu viņš to v tokoj situāciju, pazavčerā, ty by sumā sašo. Tu redzi, ka šādā situācijā aizvuk. A sivodni aizvuk, ķēval sumā schoč. Prātā sajūgtu, bet šodien sātens sajūg prātā. Amen. Amen. Он тебя не может поймать. Viņš tevi nespēja noķert. Tu esi tik skolski. Tu esi tik glumš. Потому что ты Словом Божьим наполнил свой разум, свою душу, свои чувства, свои эмоции. Ты ар Диеву варду себе пепелдишь. Как важно совершать свое спасение. Cik svarīgi ir piepildīt savu glābšanu. Почему со страхом и трепетом? Kādēļ ir bailēm un trīcēšana? Ну потому что не слушай соседа. Tādēļ, ka neklausies kaimiņu. Не слушай тещу. Neklausies sievas māti. Слушай Отца Небесного. Klausies debesu tēvu. Amen. И старайся просто понимать, чему в данной ситуации тебя Бог учит. Un pacienties saprast, ko tev šodien māca Dievs. По поводу сигарет. Tāpat kā par Скажешь, что ты прицепился к этим сигаретам? Turbūt teiksi, ko tu? Их так рекламируют. Pie cigaretēm piesējies. Viņas tik ļoti reklamē pēdējā laikā. Почему едим Snickers? Kāpēc mēs ēdam Snickers? Потому что рекламируют Snickers. Tāpēc, kad reklamē Snickers. Почему курим? Kāpēc mēs smēķējam? Рекламируют. Tāpēc, ka reklamē. А ты не смотри рекламу. Bet tu neskaties reklāmu. Amen. Amen. Смотри те программы, которые освещают тебя. Skaties tās programmas, kas tevi dara svētu. Так вот, я хочу сказать, что многие сегодня не бросают курить. Es gribu teikt, ka daudz šodien nenomet smēķēšanu. Потому что они любят грех. Tādēļ, kad viņiem patīk grēks. Бог никогда не освободит тебя. Dievs nekad tevi neatbrīvos. От того греха. No tā grēka. Который ты любишь. Kuru tu mīli. То, что ты любишь. To, ko tu mīli. Останется при тебе. Tas paliks pie tevis. То, что ты любишь. Tas, ko tu mīli. Останется при тебе. Tas paliks pie tevis. Но есть люди, которые объявили войну этому. Bet ir cilvēki, kas ir pieteikuši karu tam. Я понимаю, что ты видишь эту проблему. Es saprotu, ka tu redzi šo ты пытаешься бороться. Un tu centies cīnīties. Тебе ничего не выходит. Un tev nekas neizdodas. Так ты не оставляй эту борьбу. Tad tu neatstāji šo cīņu. Держался, держался. Turējos, turējos. Три дня не курил. Trīs dienas nesmēķēju. Три дня не курил. Trīs dienas nesmēķēju. Сорвался. Un norāvās. Сразу две пачки. Un tūlīt divas paciņas izvilku. Что делать? Ko darīt? Продолжай дальше воздерживаться. Турпин тала, как турет. Амин. Амин. Понимаете, мы думаем, что старое не так легко отпадет от тебя. Мы не думаем, когда вецес так легко открытись на тебя. Ты думаешь, старое отпадет от тебя, как по Дарвину хвост отпал от человека. Думаю, когда вецес открытись на тебя, как это глупости. Такого никогда не получится. Потому что старое это не хвост, а твоя душа. Это твоя душа. Которая внутри тебя. Курает тебе. Она столько лет втянула. Не такие ли смете? И вдруг в один момент тебе вот вдруг сразу так легко. У кого-то это легко идет? Он пекшни на бриди дома, когда уклюс вегли. У кого-то это сложно идет? Ты там грудь. Может, у него
Курение легко отпало, а какой-нибудь другой порог тяжело отпадает. Пойми, у каждого из нас свое наследие. Каждый из нас преуспевал в своем чем-то. Katram no mums bija kaut kas savs īpašs. Если мы встретились, сказали, ну с чем ты сейчас борешься? Ja mēs satiksim, prasīsim, ar ko tu tagad cīnies? Он бы сказал, знаешь, вот не могу, вот такое искушение. Zini, tāds kārdinājums. Вот так и рожу набить хочется там. Tā vien gribas sadot по руки держатся, вот не могу. Вот иногда натуряйтесь. Вот начинает что-то мне говорить против. Вот еле-еле сдерживаю. Я говорю, замолчи. Замолчи. Саку клусе. Получи. Саним цитат. У нас один брат. Он сбрался. Боксом занимался. Он был боксер. У него автоматическая реакция. Можете себе представить? Автоматическая реакция. Можете себе представить? Сопротив. Там в одном городе была молитва за него. И напился этот турбин. Он стоял закрытыми глазами. Он читавый разверт там отцы. И к нему брат пришел, подошел молиться. Он пил не брал, спел на целукт. И когда он задел его. Он когда ничего не айсит, скажет. У него сработало просто это автоматически. Он чуть не ударил его этого брата. Сказал, Боже, прости меня. Я не хотел его бить. Но остается, вы понимаете? Есть такие, ну знаете, борцы за правду, которые вот идут и смотрят там, дерутся. И они распахивают грудь и вперед идут на мину. Послушай, ты верующий человек уже. Ты человек Божий. То есть Дева ты должен оставить это все. Дева, это все как? Ну, может быть, ты курение легко бросил? Может быть, ты кулаки? Расслабь. Ты должен уже заниматься другим видом возложения рук. Ты уже не на здоровых должен возлагать руки, а на больных. И все это требует усилий, уважаемые. Он тебя весь просто пепел. Это твоя неиспасенная душа зубы выбивает и кости ломает. Там не изглаб тот весел, лавш каулус он истит зуб. Амин. Амин. Поэтому тебе, может быть, Боже, дай любви. Тут будут всякие акунгс, дуат милости. Мне, например, если бы парень сказал, брат сказал, что, знаешь, у меня вот такая проблема, сказал. Потому что я никому зубы не бил. Es nekad neesmu vienam zobus. Ja ты, может быть, никому не бил, и как тебе кажется, это ерунда какая-то. Un tev varbūt liksies, ka šī nav nemaz problēma. А второй пить любит. Вот спрашивает, да что там вот пиво пьет? Какая дрянь такая горькая какая. Что там хорошего ее? Да ты никогда не пил, потому что не знаешь, что это такое. Un tu domā, ko viņš dzer tādu pretīgu rūktu suslu? А у него вот такой вот, он весь накачан этим пивом. Представляете, как ему трудно оставить это все. Un cik viņam grūti to ir atmest? Но он должен оставить. Даже если он открыл ячейку на Алдарисе. Амин. Каждый имеет свои какие-то серьезные проблемы, не спасенной души. И мы должны объявить войну. Ну, тебя песок карш. Вот я вспомнил, как Сергей Данилец свидетельствовал, как он курить бросал. Это Сергей Слесный. Вы знаете, воистину, это война была. То есть ты шамби карш. Павел говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Павел сака, юс вел не лидзаци. Я никогда не приму такие аргументы, что Бог, я вот все сделал, и я не могу бросить этот грех. Если никогда не устаешь, да если ты все сделал, на карту поставил все, что ты смог, ты оставишь этот грех. Я то есть весь издарил, то это отстаешь еще грех. Павел видит, что ты на 30% усилий проявлял и хочешь, чтобы этот грех оставил тебя. Ты вот дома про 30% я мысль издарил, сказал, он грех. Царство Божие силой берется. Дело волсти берспать. Если хочешь бросить грех, силой бросай его. Я грех отмест грех. Может это мучительно, может это будет так тягостно, но во имя Иисуса спасай душу свою. Ты свербут ир мокоши, бет Иисус варда глабса удвесил. Я помню, как Сергей говорит, все, клялся. Брал все эти бычки, которые собирал. Давил вот так. Я ему весь цигарешу галус, он мидил. Все, раздавил, все. Весь с измидил. И через час. Он пять стундес. Возвращаюсь. Отгрежусь от покаль. Саласу висус. И снова. Он откал. Косячок. И я тяну. О, Господь, не могу. О, кумксес невар. Последний косяк, Господь. Педаясь. И вы знаете, действительно мучительно это отходил. И потом, когда действительно мы
боремся, боремся. Un kad mēs cīnāmies, cīnāmies. Бог следит. Dievs Он sako, смотрит. Viņš skatās. Насколько действительно ты хочешь спасения? Cik patiešām tu gribi glābties? Потому Сергей говорит, что я в пост пошел. Сергей teica, viņš pat ir Потому что человек хотел служить Богу. Jo viņš gribēja kalpot Dievam. А человек хотел всю жизнь посвятить Ему на служение. Jo cilvēks gribēja atdot visu savu dzīvi Dievam. Покаяние должно иметь плод. Грека нужна, Этот плод зависит от тебя. Сегодня есть много бесплодных христиан. Не понимаешь, покаяние никаким образом не изменило жизнь. Человек не изменил своего мышления. А знаете, от чего зависит это все? Зависит от правильного мышления. Почему Писание говорит, обновиться духом нашего? Как я мыслю, так и живу. У кого-то есть развращенный ум. Kādam ir izkropļoti. Что такое развращенный ум? Ko nozīmē Разврат izkropļoti? Это размытые границы целомудрия. Kas ir netiklība? Tas ir goda, godprātības izskalotas robežas godprātības. Да, да, и нет, нет. А что сверх того, то от лукавого? Bībele saka, kas jā, jā un nē, nē. Есть bet, люди, которые tā, понимают, что грех – это плохо. Ir cilvēki, kas saprot, ka grēks – tas ir slikti. Святость – это хорошо. Svētums – tas ir labi. И у человека есть жесткие принципы. Un cilvēkam ir Стингри да, принципы. Да. Это мне можно. Я, я, то есть а дрикс, это нельзя. То есть не дрикс. Я человек Божий. Я сейчас делаю У меня есть какие-то критерии. Он, меня критерии. У меня есть какие-то принципы. Меня есть какие-то принципы. Я мыслю так. Так удрой, Вы знаете, даже вот воры в законе, у них какие-то свои законы, которые они никогда не нарушат. Под заглем, ликумиги, виньем рисави. Как один мой педагог выразился, даже в беспорядочности люди могут быть порядочными. Как один педагог говорит, под некартиба человек может быть картиб. Который клянется даже злому и не изменяет. Кури под звер. Богу это важное качество. Девам чьи сварьи пошиб. Вы понимаете? Тем более, если ты пришел к Богу. Vēl jau vairāk, kad tu esi nācis pie Dieva. Tu должен сказать, что это я должен бросить. Tev ir jāpasaka, ka tas это man ir jāpasaka. Это проклятое, это старое, Jo tas ir vecais un nolādētais. Я хочу сжигать за собой все мосты. Es gribu sadedzināt visu aiz sevis. Но если этот мост не горит, Bet ja šis tilts nedeg, взрывай его. Tad viņu uzspridzina. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Amen. И как важно действительно вооружиться и воевать против этого. Un cik svarīgi ir обрунёте, если корот пред то. Как важно, чтобы у тебя в мышлении это было. Цик сварига для этого дома жена. Чтобы у тебя было обновленное мышление. Для этого будет явно дома. Что церковь это не просто игра. Когда ауди та на Что это не просто клуб веселых и находчивых. Когда снова я утро спрятый Что это не просто такое милейшее общество, где так душа отдыхает, что сюда можно так приятно приходить отдыхать. Это тебе не дома отдыхать. Это на отпуск нам. Это кузница кадров для пробуждения. Кадру Если ты не состоишься как руководитель, как служитель, ты просто как христианин не состоялся. Ты не будешь как колпотать, ты никогда не будешь как христианин. Мы куем кадры для войны, кадры для пробуждения. Карам мы не просто утешаем, воспитываем. Да, это мы делаем. Не винкаешь мерином, мы сори то даром. Но мы в конечном счете. Хотим, чтобы ты был героем веры. Mums ir tāds, lai tu būtu чтобы ты был победителем. Lai tu būtu чтобы ты, будучи спасен, других спасал. Lai tu izglābts, būdams, citus Потому что Тимофеем Павел говорит, что ты поступая себя спасешь и слушающих тебя. Jo Тимотеем Павел сказал, так дарыдамс ты изглабсь себя и citus. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против Jūs греха. Jūs vēl neesat cīnījušies pret grēku. Мы с вами должны в нашем разуме иметь принципы. Mums savā saprātā ir jābūt principiem. Потому что как я мыслю, так я и поступаю. Jo, kā es domāju, tā es rīkojos. И когда ты читаешь Библию, Un, kad tu lasi Bībeli, Библия формирует твое мышление. Bībele formē tavu domāšanu. Библия формирует твое мышление. Viņa formē Слово Божье, которое входит в разум твой. Dieva vārds, kurš ieiet tavā saprātā. Ты отождествляешься с логикой божественной. Tu savienojies ar Dieva loģiku. И ты чувствуешь уже, как жизнь твоя меняется. Un tu jūti, kā tava dzīve izmainās. Слово, которое приходит от Бога, оно изменяет. Vārds, kas nāk no Dieva, izmaina tevi. И три места, давайте еще прочитаем, Vēl сколько времени есть. Izlasīsim. Смотрите, притчи 22.3. Salamana pamācības. Притчи 22.3. 32.3. Здесь мы видим такое. Благоразумный видит беду и укрывается. А неопытные идут вперед и наказываются. Да так переводи. Благоразумный видит беду. Tātad saprātīgais redzēdams ļaunu и укрывается. Noslēpjas.
Они опытные. Bet, tas, kurš nav pieredzējis, идут и наказывают. Iet tik tālāk un saņem savu sodu. Psalms 49. 50. Psalms. Psalms 49. Мы здесь читаем. Кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Кто наблюдает за путем своим? Kas vēro savu ceļu? To tam uivļu jau spasienie Božie. Tam es došu Dievu glābšanu. Kada mēs vstupīli na puķi spasienie? Kad mēs esam uzkāpuši uz glābšanās ceļa. Мы должны понимать, что теперь от нас зависит очень много. Мы серьезно спрашивают, когда мы стагать рад крикс, льет и как важно оставить старых друзей. Тик свари играть стат в этом старые увлечения. В этом старые дороги. В этом цели. Как важно понять, что христианство. Tik svarīgi saprast, ka kristietība un grēku nožēla. Tas nozīmē nostāties uz cita ceļa. I kto naблюдает за своим путём? Un kurš vēro savu ceļu? Novim путём. Savu jauno ceļu. Živim путём. Dzīvo ceļu. Tamu Bog būt jāvļāt spasīnie. Tam Dievs dos glābšanu. Amen. Amen. Вы понимаете, от чего сегодня рождаются многие проблемы? Но что люди не поменяли свои дороги. Тадель, человек, после покаяния они возвращаются в старые компании. Они возвращаются в старые свои дела. Vecajās lietās, vecajās компаниях. И говорят, Бог меня не благословляет. Un saka, Dievs mani nesvētī. Бог говорит. Bet Dievs saka, что на путях беззаконных. Ka uz nelikumību, я никого не спасаю. Ceļa, es nevienu neglābju. На путях беззаконных. Nelikumīgā cilvēka ceļos. Ja nikomu nespasāju. Es nevienu neglābi. Rešili agrabīt kiosk. Bija nolēmuši aplaupīt kiosk. Magazin. Vai veikalu. Bože. O, Dievs. Sahrani, štob nas nepaimali. Sargi mūs, lai mūs nenoķer. Pamagi nam. Palīdzi mums. Vyčistīt do konca viesiet magazin. Iztīrīt līdz galam šo veikalu. Чтобы нам в тюрьму не попасть. Lai mēs cietumā nenokļūtu. Tāpēc, lūži, Bog takie molitvi nebūtu slušāt. Dievs tādas lūkšanas neuzklausīs. Amen. Amen. Psalm говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. Saka, ka slikta sabiedrība izvirtina labus tikumus. Бог сказал Лоту, выходи из этого города. Dievs teica Lotam, izej no šīs pilsētas. Spasai dušu tvoju. Izglāb savu dvēseli. И спасайся на гору. Un kāp kalnos. Amen. Понимаешь, что ты должен сегодня делать? Сопротив, ты должен выйти из этого проклятого, обреченного города. Ты я изъят ночи из нола для тас пилсат. Где гомосексуалисты? Куры хомосексуалисты. Где там развратные люди? Куры. Где убийцы? Нетики, где воры? Слепка вас он закли. Где завистливые? Где проклятое общество? Скаудига он нола. Где занимаются колдовством, оккультизмом? Куры нодер бойсер бурвести. Если ты вышел из этого Содома. Ночи из Содома. То выходи и даже не оглядывайся назад. Тот изъя он под несколько лет отпока. Что такое покаяние? Касир граку. Это значит выйти из Содома. Это значит выйти из Египта. Это выйти из среды беззаконных людей. И даже не оглядываться. И кто наблюдает за своим путем, тому явлю спасение. Там я радуюсь главе. Аминь. Посмотрите, никто не отвечал, почему жена Лота, она оглянулась и потеряла спасение. Un neviens neatbildēja, kādēļ Latvijas atskatījās atpakaļ un zaudēja glābšanu. Посмотрите, какая проблема. Skatieties, kāda problēma. У спасенного духа и не спасенной души. Glābtam garam un neglābtai dvēseli. Спасение было дано и Лоту, и его жене. Glābšana tika dota gan Latam, gan viņa sievai. Понимаете? Спасение... И равные шансы были даны и Лоту, и его жене. Līdzīgas iespējas tika dotas gan Lotam, gan viņa sievai. Лот был спасен. Lots bija glābts. Потому что он порвал за собой все канаты и сжег за собой все мосты. Jo viņš sevi sajauca visu pilks. Он наблюдал за своим путем. Viņš vēroja savu ceļu. Он пошел новым путем. Un viņš gāja pa jauno ceļu. И он был спасен. Un viņš bija glābts. Он спасал душу свою. Viņš glāba savu dvēseli. Он спасал. Viņš glāba. Обрати внимание. Pievērst uzmanību. Бог спас. Dievs izglāb. Garu. И теперь он в нашу ответственность. Un tagad viņš mūsu rokās, dает mūsu atbildību. Нашу душу. Dod mūsu dvēseli. И говорит, Лот. Saka, Lot. Я тебе уже сказал, что это проклятие. Es tev jau teicu, ka tas ir lāsts. Я тебе сказал, что эти развратные люди. Es tev teicu, ka šie izvirtušie cilvēki. Viņi ies bojā. Выходи из этой среды. Izej no šīs. И то, что Лот вышел из этой среды. Un tas, ka Lots izgāja no šīs pilsētas. Tā jau ir glābšana. А дальше. Un tālāk. Совершай свое спасение. Piepildi savu glābšanu. Спасай душу свою. Glāb savu dvēseli. Спасайся на гору. Glābies kalnos. Понимаете?
Это то, что происходит после покаяния. Tas ir tas, kas notiek pēc grēku nožēlas. Каждому из нас. Katram no mums. Бог говорит, не возвращайтесь назад. Dievs saka, neatgriezieties atpakaļ. Иди и впредь не греши. Эй, un vairāk negrēko. Чтобы с тобой не случилось чего хуже. Lai ar tevi nenotiek kas ļaunāks. Вы понимаете, что спасение можно потерять? Saprotiet, ka glābšanu var zaudēt. Вы понимаете, спасение можно потерять. Glābšanu var zaudēt. Если ты будешь возвращаться на старые дороги. Ja tu atgriezīsies uz vecajiem ceļiem. Если ты будешь оглядываться туда. Город проклятия. Тур уз ласту нолем то пилца. Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. Христос сака, отцеритес Лотову. Она лишилась спасения. Вы не заудая глабшин. Будучи спасенной. Будем глабты. Она лишилась спасения. Вы не заудая глабшин. Будучи спасенной. Будем глабты. И Господь сказал Лоту. Он кунг стейца Лотову. Спасяся на гору. Глабья скалнос. Если себя Господь вывел сегодня из общества развратников, ja tevi šodien, kungs, ir izvedis, если Господь вывел тебя из общества наркоманов, no наркоманов sabiedrības, если Господь вывел тебя из общества блудников, ja viņš tevi ir izvedis, no netikļu, из общества оккультизмов, no оккультизма, астрологов, астрологиз, спасай душу свою и иди на гору. Глаб savu dvēseli, ne kalnos. О какой горе идет речь? Par kādu kalnu речь идет о церкви, runa iet par которая draudzi, как город на вершине горы. Kura kā pilsēta kalna galā. Спасай душу свою. Glāb savu dvēseli. Не оглядывайся назад. Un neskaties atpakaļ. Забудь их. Aizmirsti. Забудь эти увлечения. Aizmirsti šo nodarbību. Покаяние – это перемена пути. Grēku nožēlošana. Это перемена направления. Ceļa pārmaiņa. Virziena pārmaiņa. Glāb savu dvēseli. Иди туда, где святость. Ej tur, kur ir svētums. Иди туда, где в церкви есть чистота. Ej tur, kur draudzē ir tīri. Где благословение. Kur ir svētība. Соверши достойный плод покаяния. Un rādi pienācīgu grēku nožēles augu. Я думал, я уложусь, оказывается, я не уложусь. Es domāju, kad es iekļaušos, bet laikam neiekļaušos. Мне еще, ой, еще, я в следующую среду там. Man vēl ir tik daudz, kad es nākošu trešdien turpināšu. О, рамшин даргара сенгерисе. Одно место только лишь прочитаю. Я tikai vienu vietu izlasīšu. Притчи 23:26. Salman pamācības 23. Притчи 23:26. 23:26. Слушай. Я просто, о чем мне хотелось бы в этот вечер, самая главная мысль. Pati galvenā doma, ko es gribētu šodien pateikt. Tie, kas pakaļās jaunajam pokolenijam. Tiem, kas ir nožēlojuši grēkus jaunajā paudzē. Tie, kavo Gospods spas. Tie, kurus kungs ir izglābis. Никогда не возвращайтесь назад. Nekad neatgriežieties atpakaļ. Никогда не возвращайтесь в старое проклятое общество. Nekad neatgriežieties šajās nolādētajās sabiedrībās. Выпроси у Бога ненависть к этому греху. Lūdzu no Dieva объяви войну старой жизни. Piesi karu vecajai dzīvei. Потому что твоя душа должна быть спасена тобою. Tava dvēsele ir jāizglābt. Запомни эти три слова, которые сегодня Дух Святой вкладывает в твой дух. Atceries šos trīs vārdus, ko šodien Svētais Gars liek. Душу свою. Tavā garā. Запомни, я не спасу душу твою. Saproti, ka es neizglābšu tavu. Я просто тебе покажу, как спасти ее. Es tev parādīšu, kā to izdarīt. Но вера твоя спасет тебя. Bet tava ticība glābs. Твоя вера спасет душу твою. Glābs tavu dvēseli. Amen. Amen. Нет, послушай. Он поклаусис. Притчи 23:26. Сын мой, отдай сердце твое мне. Mans dēls, dod man savu sirdi. И глаза твои да наблюдают пути мои. Un lai mani ceļi tavām acīm labi patīk. Как Господь часто в Библии говорит о том, чтобы мы взирали на наши пути. Cik bieži Dievs Bībelē saka, lai mēs uzlūkojam savus ceļus. Ты куда идешь? Pa kādu ceļu un kur tu ej? Потому что когда ты пришел к Господу, jo kad tu esi nācis pie tā kunga, ты встал на тот путь, tu esi nostājies которым является Иисус Христос. Kurš ir Jēzus Kristus. Он говорит, я есть путь. Viņš saka, es esmu ceļš. Истина и жизнь. Patiesība un dzīvība. И никто не приходит к Отцу, как только un через меня. Pie tev, kā viens Христос есть mani. Путь. Viņš ir и ceļš. После покаяния un pēc grēka у тебя не должно быть никаких других путей. Tev nedrīkst būt citu ceļu. Путь. Ceļš. Иисус. Jēzus. Этим путем идет церковь. Pa šo ceļu ir draudz. Вставай в эти ряды. Iestājies иди вместе с церковью un ej kopā ar путем draudz. Новым, живым, путем ceļu. Победы, святости, праведности, dzīvi, путем дикой победы. Lielas uzvaras Потому что кто наблюдает за путем своим? Jo kurš pats vēro savus ceļus? Тому я явлю спасение Tam мое. Es rādīšu glābšanu. Хочешь видеть спасение своей души? Ja gribi redzēt savas dvēseles glābšanu. Иди путем Божьим, наблюдай за путем твоим. И молись вместе с Давидом, Господь, и зри, не на опасном ли я пути. Проверь мои, Господь, стопы, и направь меня на путь праведный, на путь вечный. Tad ej pa saviem ceļiem un uzlūko, ej pa Dieva ceļiem un uzlūko viņus. И здесь снова Соломон говорит, говорит, глаза твои да наблюдают тимой. Un šeit atkal Salman saka, lai mani ceļi tavām acīm labi patīk. Потому что разные пути есть, кривые. Jo ir dažādi ceļi, ir greizi un nelikumīgi ceļi. Потому что блудница глубокая пропасть.
Jo netikle ir dziļa bedra. И чужая жена, тесный колодец. Она как разбойник сидит в засаде. И умножает между людьми законопреступников. Вы понимаете, что блуд — это не просто слабость человека. Прелюбодеяние — это стратегия дьявола. Не человек вайба, лаулибс паркапшен, он не тикли бир сатана стратегия. Для того, чтобы умножалось законопреступление. Лай вайротос грекс, он не ликумиб. Это великая стратегия дьявола. Та ир сатана стратегия. Чтобы рушить семьи. Лай чтобы рушить сердца. Лай изардит сердис, он ликтенюс. И поэтому, если ты еще грешишь этим грехом, я не знаю, почему Дух Святой сильно сегодня говорит об этом. Если ты еще прелюбодействуешь, ты должен сегодня раскаяться в этом грехе. Наблюдай за своим путем. Потому что ни один блудник и прелюбодей он не войдет в Царство Божие. У кого вой? Kur ir sāpes un galvas? U kavo ston? Kur ir ciešanas? U kavo sori? Kur ir nesaskaņas? U kavo gore? Kur sūdzēšanās? U kavo rāne bez pričīnas? Kur ir brūces bez kāda pamata? U kavo bagrovoja glazā? Kur ir neskaidrs acis? Pasmadri no savu sasiedu. Paskaties uz savu kaimiņu. Skaži, slava Bogu, što net voja, net stona, slava. Net ran bez pričīnas, un pasaka, net glāz bagrovoja. Tik labi, ka nav... Действительно, сегодня, вы знаете, это современная такая ситуация в домах многих наших соседей. Сегодня такая ситуация и даудзу кайминю. Вой! Жена вопиет. Гаудас. Сиева клиц. Раны без причин. Бруцис без памяти. Багровые глаза. Un sarkana sacis. Мешки под глазами. Майси зем ацим. У кого это? Kam tas ir? У того, кто не наблюдает за путем своим. Там, курш невэро, сау цель. Ты скажи, это бывает у тех неверующих. Ты, может, тексти, тас ир тем нетицигаем. У верующих тоже бывает. Ари тицигаем тас там нец. Представь себе, что дьявол не разбирается. Сатанс винч не ищир. Тот, кто не наблюдает за путем своим. Курш невэро, сау цель. Тот, кто не хочет приносить плоды, покаяния. Курш не греб пенест. Грех ножал, тот, кто не хочет объявить серьезную войну греху, кару грекам, будет вой, стон. Сапис, не смотри на вино, как оно краснеет. Не узлуко вину, сарц, как оно излится в чаше. Un kausā tik jauki zīmē, как оно ухаживается ровно. Vēlīgi, un gulden, впоследствии, cilvēki. Как змея, оно укусит. Bet pēc tam tas koš kā čūska, и ужалит, как аспит. Un dzeļ kā odze. Глаза твои будут смотреть на чужих жен. Tavas acis tad skatīsies pēc citām un svešām. И сердце твое заговорит развратное. Un tavas sirds runās pavisam aplams. И ты будешь как спящий среди моря. Un tu būsi kā tāds, kas и как спящий наверху мачты. Un kā tāds, kas laivas masta galā. И скажешь. Un teiks, били меня, viņi sit mani, мне не было больно, man tas nesagā sāpes, толкали меня, viņi kuļu un slāna я не чувствовал, bet es to nejūtu, когда проснусь, kad es pamodīšos, опять буду искать того же. Tad es gribu atkal darīt tāpat un meklēt vīnu no jauna. Salomon испытал, наверное, это. Salomons, laikam, bija izmēģinājis visu. Может быть, кто-то из нас испытал это. Varbūt kāds no mums šī, Господь šī в этот вечер хочет помочь тебе, tas kungs grib спасти tev, душу твою. Palīdzēt, izglābt tavu dvēseli. Писание говорит, кто наблюдает за своим путем, Raksti, saka, kurš uzlūko savu cēļ, тому явлю спасение. Tam es rādīšu glābšanu. Голос радости слышен в жилище праведника. Prieka saucieni ir dzirdami taisnā cilvēka namā. И Господь ведом в жилищах их, как заступник. Un Dievs ir redzams viņu mājokļos kā aizbildnis. Любовь и благословение apsardzība, mīlestība прибывает в доме тех людей, которые следят за своим путем, kuri vēro savu ceļu, которые хотят служить Богу, kuri grib kalpot Dievam, которые объявляют войну дьяволу, kuri piesaka karu и всякому греху, un visādam которые grāku, спасают душу свою, kuri glābi savu dvēseli, и поднимаются на гору, un paceļās kalnos, если ты не хочешь, ja tu negribi, если ты идешь путем наименьшего сопротивления, то, эй, mazākās pretestības ceļ, то вот эта картина aina станет реальностью. Kļūs par realitāti, реальностью в твоей жизни, tavā в твоем доме. Un tavā namā. Господь хочет спасти. Tas kungs grib glābt, помочь тебе. Un palīdzēt tev. Спасти. Он тебя уже простил.
Viņš tev jau ir pieteicis. Un tev vivil iz prakļēt. Viņš tev ir izvedis no lāsta. Un amil tev kroviju svei. Viņš ir apmazgājis ar savām asinīm. Un zapisal tvoju imē. Viņš ierakstīja tavu vārdu. V knīgi žīzi. Dzīvības grāmatā. Un vivil tev iz Sodoma. Viņš ir izvedis tevi no Sodoma. Vspomni tot rov, iz katru un tev izvļok. Atceries to bedri, no kurienes viņš tev ir izvilcis. Vspomni tu skalu, iz katru un tev izsok. Atceries to klimpi, Вспомни, no kuras viņš tevi ekstremālnīgi situāciju Bog vytašot. No kādām ekstremālām situācijām viņš tevi ir izvilcis. I on skazal tebe. Un viņš tev teica. Sīn moj. Mans dēls. Ja nene radil tebe. Tagad es esmu tevi dzemdinājis. Ja spas tvoj duh. Es izglābu tavu garu. A teperi idi. Bet tagad ej. Spasai dušu tvoju. Un glābi savu dvēseli. I nevazvращайся назад. Un neatgriezies atpakaļ. Idi vpred ne grieš. Ej un vairāk negrēk. Ko čemu Gospod skazāt? Kāpēc tu viņš tā teica? Потому что в наших силах не грешить. Tādēļ, ka mūsu spēkos ir negrēkot. Если бы мы не могли не грешить, ja mēs nevarētu negrēkot, Бог бы не говорил нам это. Dievs to mums neteiktu. Но Господь сказал, иди не греши, потому что мы можем не грешить. Bet kungs saka, ej un negrēko, Рожденный от Бога может не грешить. Tas, kas piedzimis no Dieva, viņš var negrēkot. Рожденный от Бога побеждает грех. Tas, kas piedzimis no Dieva, uzvar grēku. Есть сила в крови Иисуса. Un ir spēks Kristus. Есть сила в имени Иисуса. Viņa vārdā ir spēks. Чтобы предотвратить стоны, предотвратить вопли, предотвратить раны, предотвратить проклятие в своей семье. Lai novērstu lāstu no savas ģimenes. Господь дал нам власть. Tas kungs mums ir devis varu над дьявола, pār Sātanu и над грехом, un pār grēku, и над своей душою, un pār savu dvēseli. И поэтому Господь хочет, un tādēļ kungs grib, чтобы ты управлял своей душой, lai tu vadītu savu dvēseli, чтобы ты спасал свою душу, lai tu glābtu savu dvēseli, чтобы ты благословен был, lai tu būtu svētīgs. Открой первый псалом, atver pirmo psalmu, и мы будем молиться после этого, un mēs pēc tam lūksim, и мы будем после этого молиться, un pēc tam mēs lūksim. Как важно следить за своим путем. Cik svarīgi ir sekot savam ceļam. Как важно следить за своим путем. Cik svarīgi uzlūkot savu ceļu. Блажен муж. Svētīgs tas cilvēks. Который не ходит на совет нечестивых. Kas nesako bezdīvīgo padomam. Который не стоит на пути грешных. Nestaigā grēcinieku ceļā. И не сидит в собрании развратителей. Nedz arī sēž paļātāju pulkā. Что значит спасать душу свою? Ko nozīmē glābt savu dvēseli? Это значит не ходить на совет нечестивых. Tas nozīmē nesakot bezdīvīgo padomam. Это значит не стоять на пути грешных. Nestaigā grēcinieku ceļā. Это значит понимать, что худые сообщества развращают добрые нравы. Saprast, ka sliktas kompānijas Это значит выйти из Содома, не возвращаться назад. Tas nozīmē izejot no Sodomas, neatgriezties atpakaļ. Что значит спасти душу? Ko nozīmē glābt? Это значит в законе Господа воля его. Tas nozīmē, ka Dieva likumā un dažos. Ja законе его размышляет он день и ночь. Un dienu un nakti es domāju par tā kunga paušļiem. Спасти душу. Ko nozīmē izglābt? Это значит углубляться в слово Божье. Захочется иметь Бога в разуме. Rūpēties значит, par to, kad viņš ir saprātā. Tas nozīmē, и не позволять дьяволу руководить твоим мышлением. Neļaut Sātanam rīkoties tavā saprātā. А законе его он помышляет день и ночь. Par tā kunga baušļiem es domāju dienu un nakti. И будет он как дерево. Un tāds ir līdzīgs kokam. Посаженное при потоках вод. Kas stādīts pie ūdens. Которое приносит плод свой в своё время. Kas nes savus augļus pareizā laikā. Как важно принести свой плод. Cik svarīgi ir atnest savu augļu. И плод покаяния. Un arī grēku nožēlas augļus. И плод своей веры. Un savas ticības augļus. И плоды духа. Un gara augļus. И плоды своего служения. Un savas kalpošanas augļus. Как важно быть действительно плодовитым христианином. Cik svarīgi ir būt Господь говорит, я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Tas kungs teica, es jūs esmu nolicis, lai jūs ietu un nestu augļus. И лист, которого не вянет. Un kura lapas nevīst. Кто следит за путем своим, тому явлю я спасение мое. Savam ceļam, tam es rādīšu glābi. Запомни, когда мы спасаем свою душу. Atceries, kad mēs glābjam savu dvēseli. И поднимаемся на гору. Un kāpjam kalnos. Мы никогда не потеряем свежести. Mēs nekad nezaudēsim svaigumu. Мы всегда будем свежи. Mēs vienmēr būsim sočni. Sulīgi. Плодовити. Auglīgi. Мы никогда не будем в унынии. Mēs nekad nebūsim страхе, drūmi. Panike, un bailēs, раздражение. Panikā. Люди будут видеть в нас эталон. Cilvēki redzēs mūsos etalon. Искать нас. Viņi meklēs mūs. Они будут подражать нам. Viņi atdarinās mūs. Потому что и дух, и душа, и тело. Tāpēc, kad gan gars, gan dvēseli, gan svietlimi. Viņi būs čistimi, gaiši, tīri. Благословенными. Un svētīgi. И дальше. И во всем, что они делают, успеют. Un viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Amen. Amen. Мы не будем опаздывать. Mēs nenokavēsim. Мы все будем успевать. Mēs visu paspēsim. Потому что душа наша. Tādēļ, ka mūsu dvēseli. Подчинится духу. Pakļausies garam. Не так нечестивые. Не тады ir bezdievīgie.
Но они как прах, возметаемый ветром. Поэтому не устоят нечестивы на суде. И грешники в собрании праведников. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Как важно идти путем праведных. Потому что очи Господа, они на пути праведника. А путь нечестивых погибнет. Итак, мы приходим в церковь. Не как в аптеку или поликлинику, чтобы получить какую-то помощь, залечить какую-то болячку или взять какую-то пилюлю, потому что на душе стало что-то тяжело. Нет. Церковь — это нечто больше. Церковь — это наш родной дом. Это наша семья. И мы сюда приходим не как гости. Мы собираемся как братья и сестры. Как важно понимать это. Для многих людей сегодня церковь это что-то чужое, это что-то официальное, это что-то инородное. Или кто-то чувствует себя таковым. Ты должен изменить свое отношение к церкви. Ты должен увидеть в церкви свою родную семью. Ты должен увидеть в людях своих братьев, своих сестер. Ты должен почувствовать тепло семейного очага, когда мы молимся. Jāsajūt ir ģimenes pavardes siltums, kad mēs lūdzam Dievu. Как важно понять, что неприходящий, а живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Ka tas, kurš dzīvo zem visu varenā gaismas, как важно поменять пути свои. Cik svarīgi ir izmainīt savus ceļus, savus draugus. Поменять все старое. Izmainīt visu veco. Прийти в дом Божий. Un atnākt uz Dieva nam. И сказать. Un teikt. Боже. Kungs, это мое место. Šī ir mana vieta. Я хочу иметь твое покровительство. Es gribu būt ты спас мою душу. Я хочу спасти душу. Tu esi glābis manu garu. Я хочу быть чистым. Es gribu izglābt savu Я хочу быть таким, как ты. Gribu būt tāds, kā tu. Я хочу принести много плода. Gribu nest daudz augļus. Я хочу спасти не только свою душу. Gribu glābt ne tikai savu Я хочу спасти моих родственников. Gribu glābt manus tuviniekus. Я хочу спасти мой город. Manu pilsētu. Мою Латвию. Manu Latviju. Amen. Как важно Царство Божие взять силой и поменять образ своего мышления. Аминь. Друзья, мы сегодня дома. Draugi, šodien mēs esam мы сегодня под кровом Всевышнего. У нас один Отец. Mums ir viens и мы одна семья. Un mēs esam viena ģimene. Мы сегодня на горе. Mēs esam kalnā. Мы сегодня не в Содоме. Mēs šodien neesam Содомā. Не в Гоморе. Un ne Gomorā. Не в Египте. Un ne Egipte. Сегодня мы на территории Царства Šodien Божьего. Mēs esam debesu valstības teritorijā. И Господь дает тебе сегодня сильный, мощный заряд. Un šodien Kungs tev dod varenu iedvesmu. Победить в себе грех. Uzvarēt sevī grēku. Разрушить в себе разврат. Изнитина от себя, отречься от всякого зла и беззакония. Господь дает тебе сегодня авторитет и силу спасти свою душу и очистить ее от всякой скверны. Амин. Я предлагаю сейчас всем встать. Проверить свою душу. Если ты видишь, что еще какие-то пороки Ja tu redzi, ka kaut kādi netiku, они держат тебя в плену. Vēl tevi tur gūstā. Ты просто подними руки и скажи, Господь, pacel savus rokas un saki, Kungs, я хочу совершать свое спасение. Es gribu piepildīt savu glābšanu. Я хочу иметь абсолютную свободу. Es gribu, lai man ir absolūta brīvība. Я хочу иметь абсолютную свободу. Es gribu, lai man ir и в духе, и в душе, и в теле. Garā, dvēselē un miesā. Во имя Иисуса Христа. Прославляйте, придите. Аллилуйя, начинай славить Господа. И скажи, Господь, принимаю Твое помазание. Принимаю Твое помазание, Господь. Я не хочу потерять то, что Ты дал мне. Я не хочу быть как жена Лота. Я не хочу оглядываться назад. Я хочу идти вперед. Путем новым и живым. По
Боже, слава Тебе. Dievs, слава Тебе. За авторитет и власть. Par autoritāti un varu, которую Ты даешь нам. Kuru Tu dodi mums. Halleluja. Halleluja. О, ранди, кази, грату, либри, штира, брату, лекранди, лекрантея. Объяви войну всякому греху, который сегодня еще имеет место в Твоей жизни. И скажи, Господь, я принесу достойный плод покаяния. О, ракама ламбу, сатана ламбре, штелья ла-ла-лама хая. О, ламбе, ситария, рекурбе, чекарро, тосиканто, лексатая. Аллилуйя, аллилуйя. Колин, боссу, боклу, бербу, синду, векси, вары, жита, лабе, хейди, риби, соняба. Калени, шагу, ла-ла-хея, ла-хая, сачатая.